Бесплатный билет на родину ждет иностранных граждан без документов. Оперативные мероприятия по выявлению мигрантов, нелегально проживающих на территории Дагестана, провели сотрудники МВД. Операция «Мигрант» продолжалась 10 дней. В ходе одного из рейдов в поселке Семендер задержали более 30 человек, работавших на строительном объекте. Личность каждого нелегала будет установлена уже в отделении полиции. Еще один рейд провели в Хасавюрте, где оперативники проверили местные рынки, строительные и другие объекты, где обычно трудятся гости из-за границы. Нелегальные мигранты из Вьетнама и Узбекистана живут в полной антисанитарии. Задержали более 50 человек. Всех их ждет депортация. Ежедневно это будет пресекаться из всех застройщиков, которых мы по городу Махачкала и глава администрации по территории Кировского советского отдела полиции Ленинского района, глава администрации, предупреждаем об ответственности. Ни один застройщик нет полного объема документов о выполнении застройщиков по земельным участкам, предъявленным им застройку строительства. Данные иммигранты, которые находятся на застройках, ни один не прибывает по закону. Пресекаться будет, все иммигранты будут вытворены из республики, из территории России.